Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, ставьте лайк, больше снимать для вас видео. Отвечаю на вопрос, в чем, так сказать, лучше, в кимбанде, умбанде или в африканских культах, афрокубинских, как говорится, или демонологии, или демолатрии, что лучше, или призывать в реальности эту сущность, открывая врата, так сказать, или портал, да, или лучше, допустим, или перекрестки, или лучше призывать, как говорится, без открытия врат и так далее. Смотря какую цель вы, естественно, преследуете. Если вы преследуете цель именно тупо поклонения, тут никакие врата особо не открываются, и просто если на своей просьбе, то понятно. Но если вы реальный какой-то сильный эффект хотите от демонов или Эшуа, или каких-нибудь Луа, то придется, естественно, открывать перекрестки, просить стража о помощи, как говорится, или каких-то сил, башен там, допустим, да, о помощи. Тогда, да, придется, чтобы эффект был стопроцентный, то придется, естественно, открывать перекрестки, открывать врата, открывать порталы. Ну что ж, всем удачи, спасибо, Максим Чу, ставьте лайк, ставьте пусть и удачи.